«Жанна, сделай операцию!» Рявкнул Максим на жену, плеснув себе в стакан односолодовый. «Дай мне лед!» В это время Диана, старшая дочка Читы Ларинах, вздрогнула. Она сидела на лестнице, ведущей на второй этаж. Она подслушивала разговор матери и отца. Сердце студентки обливалось кровью от обиды за маму, однако вмешиваться она не спешила. Мама ее с детства научила не лезть во взрослые дела. Сначала Диана даже обижалась, мол, почему с ней не считаются, а позже она поняла, что мама ее таким образом защищала от отца. Если на работе и публике Максим Ларин был обаятельным красавцем, то дома он становился резким и вспыльчивым, словно он копил в себе негативные эмоции весь день, одаривая клиентов и партнеров комплиментами и улыбками, а потом срывался на жену. Жанна не хотела, чтобы ее дочка попадала под раздачу. Только вот характером Диана пошла в папу, унаследовав, если не его двуличность, то упрямство, острый ум, нежелание мириться с несправедливостью или тем, что ей было не по нраву. Диана уже проявляла характер, однако ярче всего она засияла, когда наплевала на мнение отца и не пошла учиться в медицинский, как он того желал. Диана поступила в юридический институт на криминалиста, чем удивила папу и огорчила. Он считал, что это не женская профессия, и Диана не справится, да и денег там нет. То ли дело, если она будет работать в его клинике, став папиной гордостью. Однако строптивая Диана стояла на своем. Затем она просто собрала вещи и уехала в студенческое общежитие. Отец, по слухам, негодовал, бил посуду и даже думал о от дочери отказаться. Все-таки у него не так давно появился запасной сын, а мечтал он именно о наследнике. Однако потом Максим передумал. Жена его смогла утихомирить. С той поры прошел уже год. Недавно Диана вернулась домой. Она приехала, чтобы ухаживать за мамой и помогать ей с братом. Дело в том, что совсем недавно, пока она была в институте и разбиралась с летней сессией, ее семья отправилась в загородный дом на отдых. В итоге в их доме случился пожар из-за какого-то замыкания. Полиция потом нашла причину. Отец и двухлетний Сашка не пострадали, однако сильно досталась Жанне. Оказалось, что когда начался пожар, Жанна отдыхала в своей комнате. Она спала таким крепким сном, что не услышала, как начал разгораться огонь. Позже женщина призналась, что у нее утром жутко болела голова, и она выпила таблетку, вызвавшую сонливость. Однако Жанна не ожидала такого сильного эффекта. Она помнила, что еле продрала глаза, заметив вокруг себя дым. Она еле встала с постели, ведь голова кружилась, в глазах темнело. Позже ее уверили, что она успела надышаться гарью, поэтому ей и было так плохо. Однако Жанна, чье сознание путалось, не пошла на выход. Она, как настоящая мать, бросилась в детскую комнату, чтобы спасти сына. Там, к ее ужасу, уже все было объято пламенем. «Максим! Максим! Саша! Сашенька!» — кричала Жанна, зовя близких. Ей померещилось, что она слышит детский плач. Из-за этого она, не боясь пламени, кинулась в комнату. Пальцы обожгла раскаленная ручка двери. Легкие отказывались принимать в себя дым. Ничего не было видно. Жанна, скрипя зубами, рванула на себя дверь. Изнутри вырвалось пламя, вернув ее в ужас. Огонь мазнул Жанну по подолу платья, и оно вспыхнуло. Жанна отпрянула, пытаясь его потушить, а потом она упала в обморок. К счастью, чуть раньше домой вернулись соседи. Они крайне редко посещали свой загородный домик. Увидев дым, они сразу вызвали пожарную машину. Жанну вынесли из дома. Она была жива, но кожа сильно пострадала, даже лицу досталось. Прибежал к дому и Максим. Оказалось, что он увел сына на прогулку к озеру, чтобы мама смогла отдохнуть в тишине. Мужчина был в шоке, корил себя за то, что был далеко в нужный момент. Однако теперь все изменилось. Жанну выписали. Максим вместо слов поддержки рычал на жену в сотый раз, поднимая вопрос ее внешности. «Ты что, не понимаешь, каково мне?» – плевался он ядом, делая глоток. «Тебе? Каково тебе?» – охнула Жанна с яростью, бросая тарелку в посудомойку, рискуя ее разбить. «Прости, Максим, я не заметила на твоем лице ожогов. Не заметила, что из эффектной блондинки ты превратился в Фредди Крюгера». Мужчина поморщился. «Не передергивай, я же хирург Жанна. Твой муж – пластический хирург, владелец своей клиники по эстетической медицине. Как думаешь, как быстро упадет моя репутация, если люди увидят мою жену? Многие захотят менять форму носа или убирать шрамы, если я не в силах исправить лицо своей жены». Мужчина залпом допил виски, добавил еще, прогремел под льдом. Да и потом, мне попросту неприятно, Жанна, я же мужчина. Мне с тобой в одну постель ложиться не хочется. Прости, но кто тебе скажет правду, если не я? Твое лицо вызывает лишь отвращение. Я женился на красавице, чувствую себя обманутым. Диана, сжав руки в кулаки так, что ногти впились в кожу, вскочила на ноги. Ее трясло от злости на папу. Сколько Диана себя помнила, ее чудесная, красивая мама, похожая на канарейку в клетке, подчинялась воле отца. Дочка знала, что когда-то мама мечтала стать писателем, однако стала она женой. Она общалась с кем Максиму было выгодно, одевалась, как он хотел. Она не открывала рот в компании. Максим говорил, что она его опозорит глупыми комментариями. Не женское дело вести светские беседы. Диана же знала, папа просто боялся, что мама его затмит. А ведь она бы могла, но не хотела. Максим же гордился, что состоит в браке с такой красавицей, ведь маму при нужном освещении и правильной укладке можно было легко спутать с голливудской звездой Шарли Стерон. Однако Диана думала, что папа пользуется мамой как аксессуаром. И она была права. Диана была уверена, что отец изменял маме. Однажды она застукала его с медсестрой из клиники и даже хотела уйти. Диана ее поддержала бы, но мама не смогла. Она его любила, любила, а он вытирал об нее ноги. Диана спустилась на две ступени, чтобы ворваться на кухню и высказать папе все, что она о нем думает. Но тут девушка услышала, как всхлипнула мама. «Думаешь, мне приятно на себя смотреть?» – заплакала она. «Увы, Максим, я не потеряла зрение в пожаре. Я вижу себя в зеркало. Я вижу, как ты морщишься и отводишь взгляд. Диана подкрылась ближе. Она думала о том, что ей тоже было жаль маму, но ни разу не хотелось отвернуться от нее. «Это же мама!» Да и не были шрамы такими уж ужасными, и даже ее мелкий братик, вредный Сашка, и тот был более чутким. Ребенок ни разу не заплакал, увидев мамины красные шрамы на лице. Он даже касался их руками. Мужчина, стушевавшись под градом слез, поставил стакан на стол. Диана выглянула из укрытия, заметила, что отец аккуратно привлек маму к себе. Он погладил ее по спине. «Тише, не плачь. Я был резок, признаю. Но я хочу как лучше. Ложись в клинику хоть завтра. Дианка последит за Сашей. Я снова сделаю из тебя красавицу. Жанна, ну, согласна?» Жанна, помедлив, кивнула. Ее плечи поникали. Максим улыбнулся, поцеловал ее в макушку. Вот и чудно, ты у меня умница, Жанночка. Мы на твоем преображении еще и пиар-компанию сделаем для клиники, будешь звездой у меня. Жанна еще сильнее опустила голову под тяжестью таких перспектив. Ей не хотелось делиться своей болью и уродством со всем миром, но спорить с хирургом было бесполезно. Диана попятилась, а затем бегом добралась до своей комнаты и закрыла двери. Внутри нее бушевали чувства. «Я замуж никогда не выйду!» — буркнула она, пнув упавшую на пол подушку и, глянув на плюшевую черепаху, что лежала на кровати, кивнула. Помени мое слово!» Диана душой не кривила, мама ее шутила, что с навыками дочери жених вернет ее домой сразу после ЗАГСа, еще в свадебной упаковке. Жанна показывала дочери, как выглядит швабра, веник и пылесос, учила готовить борщ и сырники. Однако очень скоро Жанна смирилась, осознав, что дочка ее создана для чего-то большего, чем смешивание творога и яиц или уборки пыли. А Диана же, глядя на маму, четко решила, что если уши выйдет замуж, то по взаимной любви. Пусть ее любят не за внешность, не за борщ, а за то, какая она есть. Маминых ошибок она повторять не хотела. Как Максими сказал, он уже утром увез жену в клинику на операцию и подготовку к ней. Диана осталась дома с Сашей. Она с тревогой ждала новостей от матери, но звонил лишь отец. Он клялся, что с мамой все чудесно, только трубку ей не передавал. Спустя две недели Жанна вернулась, папа вел ее под руку. Вся голова и лицо женщины, а еще шея и грудь были замотаны бинтами. «Я привел маму на восстановление. Дома все-таки даже стены лечат», — заявил Максим дочке за ужином, на который Жанна не спустилась. «Как она себя чувствует?» переживала Диана. Она и слова не сказала. «Все прошло отлично, ваша мама станет еще более красивой, чем прежде», — уверял Максим. «Просто сейчас там отеки, швы, ей не до болтовни, да и лекарств много. По большей части это стандартные препараты, назначенные при подобных операциях. Антибиотики, антигистаминные и обезболивающие. Но все равно под лекарствами сложно вести обыденную жизнь». А долго она будет одета, как мумия, буркнула Диана. Недолго, посмеялся хирург. Пока что ей еще нужна повязка, поскольку в процессе операционного вмешательства повреждается сеточка кровеносных сосудов, что приводит к образованию гематомии отечности. Мы же ей не только восстанавливали, но и подтягивали лицо. Но ты не переживай, я за всем сам буду следить. Диана, доедая спагетти, лишь кивала. Мама не появлялась, что было на нее не похоже. Зато отец проводил все время в их спальне. Однажды Диана даже услышала, что он вслух читает ей книгу. Они тихо говорили и смеялись. От сердца дочери немного отлегло, ведь папа снова заботился о маме. Правда, недолго музыка играла. Едва Жанна появилась из своей комнаты к завтраку, как все пошло наперекосяк. Диана обрадовалась, увидев маму, подошла, чтобы обнять. «Ты как?» — заглянула она в лицо, все еще скрытое за бинтами. «Терпимо!» — кивнула Жанна и отправилась к кофемашине. Она застыла перед ней, а потом, коснувшись пальцами головы, присела на стул. «Диана, мне плохо что-то, сделай кофе, пожалуйста!» Диана захлопотала вокруг матери. Она сделала ей любимый американо, удивившись, что мама добавила в него сахар. Обычно Жанна не пила сладкие напитки и вообще избегала сахара, как огня. В кухню вбежал их пес Джек. Он начал рычать, лаять, а шерсть ретриверов стала дыбом. «Наверное, от меня пахнет медикаментами и лекарствами. Животные такое не любят», — смутилась Жанна, а потом попросила дочку. Убери собаку, пусть во дворе погуляет. Диана, пожав плечами, увела пса во двор. Джек скулил, просился обратно, переживая за тех, кто остался внутри. Диана не видела, каким взглядом на пса посмотрела мама. Однако дальше больше. Диана услышала, что проснулся Сашка. Он требовал к себе внимания криками. Ди-ди-ди. На языке ребенка это могло значить как Диана или иди, либо Диана иди сюда. Вообще-то Сашка уже умел вполне прилично болтать, только не любил себя утруждать. ⁇ Сейчас принесу Сашу ⁇ обрадовалась старшая дочь. Он так соскучился по тебе, мама. Жанна не успела и слова сказать, а дочь уже убежала за братом. Она принесла мальчика на руках и аккуратно посадила на колени к маме. «А вот и обещанный сюрприз, мама снова с нами», — сказала Диана. Однако Саша, заерзав, обернулся через плечо на мать. Он замолк, щеки его стали покрываться красными пятнами, предвестниками апокалипсиса и детской истерики. Пухлые губы задрожали, голубые глаза наполнились влагой. «Ди, ди!» — залепетал он быстро, выстреливая слога из себя с мощностью пулемета. «На лучке, забели, бабайка!» Диана едва успела подхватить улепетывающего от матери ребенка. Хнычущий мальчик спрятал мокрое лицо на ее шее, щедро поливая сестру соплями и слюнями. «Эй, Саш, ты чего? Какая, какая бабайка! Мама просто, ну, приболела. Тебе же тоже я руку бинтовала, помнишь? Когда ты поцарапался во дворе, играя с Джеком, а маме забинтовали лицо», — успокаивала брата-сестра. Мальчик слушать отказывался, отпускать ее шею тоже. Маленькие руки, сохранившие пухлые детские складки, крепче сжимали шею сестры, рискуя лишить ее кислорода. «Не понимаю, что случилось?» – прошептала Диана, глядя на маму. И тут она обомлела. Жанна, ничуть не обеспокоенная, сидела и пила кофе. Одна нога у нее была закинута на другую. При этом раньше она себе такого не позволяла, да и за Дианой следила. Она часто говорила дочке, что если класть ногу на ногу, то возникает риск возникновения тромбов и варикозного расширения вен. Также она следила за осанкой, а сейчас сутулила плечи. Все в порядке, махнула Жанна рукой. Я бы тоже испугалась, если бы мать пришла вся в бинтах. Он привыкнет, пока что унеси его, будь добра. Он кричит, а у меня голова все так же болит. Диана, рассеянно кивнув, попятилась с кухни. Она вышла во двор, к ним кинулся Джек. Собака облизала мокрое лицо мальчика, заставив Сашу успокоиться и рассмеяться. Ребенок побежал играть с собакой. Диана присела в тени, глядя на брата и пса, размышляя о том, что заметила. Ее мозг посылал отчаянные сигналы «СОС». Диана прикусила ноготь, буркнув вслух. «Что-то здесь не так», она с детства обожала детективные сериалы и мечтала стать криминалистом, расследовать преступления, раскрывать запутанные дела. Однако Диана даже не думала, что едва закончив первый курс института исполнит это желание. Диана стала следить за мамой. Время шло, ситуация не менялась. Собака женщину терпеть не могла. Сын тоже. Даже когда Жанна частично сняла бинты, и под ними оказалась их мама, пусть и с измененной хирургией внешностью, но это была она, поведение членов ее семьи не изменилось. Жанна же с новой внешностью словно бы получила другой характер и привычки. Диана думала, может, в этом причина. А потом, потом пропал Джек. Перед этим он укусил Жанну за руку. Женщина клялась, что она собаку не трогала, просто пес сам на нее напал. Диана не верила. Джек мог лишь защищаться от ударов или защищать близких. На следующий день Диана, проснувшись, не нашла собаку во дворе. Еда была не тронута, она долго звала его, но пес не откликался. Потом Диана вышла за забор и искала собаку по округе, но тщетно. Саша же стал нервным и молчаливым. Ребенок, когда-то веселый и хулиганистый, стал замкнутым и хмурым, однако теперь он все чаще проводил время с мамой. «Видишь, наконец он ко мне привыкает», — ворковала Жанна. «Думаешь, Саша какой-то вялый, не заболел ли?» — щурилась Диана. «Все с ним прекрасно, может, по собачке скучает, она все-таки была его другом». «Была?» Может, Джек еще вернется?» — ощетинилась девочка. «Конечно, конечно!» — закивала Жанна. «Хотя, знаешь, нет худа без добра. Саше стоит общаться с детьми, а не с животными. Думаю, отдать его в садик». «Что? Ты же хотела в три года!» — напомнила Диана. Дело в том, что Саша достался Жанне с боем и трудом. Она забеременела, будучи уже взрослой женщиной. Беременность протекала трудно, как и роды. Поэтому позднего ребенка мама холила и лелеяла, не желая отпускать из гнездышка. «Я передумала», – пожала плечами женщина, уплетая эклер. «Ребенку нужна социализация». Диана же хмуро смотрела, как мама уплетает очередной десерт, и тут ее озарила. «Мам, ты отдохни сегодня, я приготовлю ужин на всех», – улыбнулась девушка. «Правда?» «Я хотела заказать из ресторана, но если ты хочешь...» Пожала плечами Жанна. Она потрепала дочку по щеке и ушла в свою комнату. Диана, проводив маму взглядом, приступила к работе. Вскоре вся семья собралась за столом. «Диана, а ты ведь умеешь, когда хочешь!» – удивился Максим. «Когда Жанна сказала, что ты взялась за готовку, я не поверил и даже подумал заехать в аптеку за средством от боли в желудке. А ты такой пир устроила!» Диана усмехнулась и перевела взгляд на мать. «А тебе как, мамуль? Салат нравится?» Жанна уплетала вторую тарелку салата. «Да, у меня после операции зверский аппетит, боюсь поправиться даже», — смеялась она. «Не переживай, любимая», — промурлыкал супруг, беря ее за руку на короткий миг, чтобы нежно сжать пальцы. «Тебе повезло с мужем, любые лишние килограммы я легко уберу скальпелем, тебе ли не знать?» Жанна захихикала, странно так, жеманно. Обычно мама Дианы смеялась сдержанно и красиво. Однако ни звук смеха вывел Диану из себя, заставляя сжать вилку и бороться с желанием наставить ее четырьмя зубцами на женщину, что сидела напротив. Жанна, точнее та, что называлась ее именем, ела и ела салат салат с мелко нарезанными креветками на которые у жанны была жуткая аллергия даже если бы жанна съела хотя бы одну креветку у нее бы начался кашель отек а тут ничего так диана уверилась что перед ней не мать она стала замечать все больше и больше различий коря себе за то что не видела их раньше у мамы была иная форма ногтей мягкий квадрат а у этой женщины миндаль Голос ее был более сиплым, но Диана списала это на ее тяжелое состояние и пережитый пожар, в результате которого пострадали и дыхательные пути. Она иначе двигалась, иначе смеялась, у нее были другие вкусы и словарный запас, она была другой. В салате креветки, сипло произнесла Диана, перебивая отца и эту женщину. Что? переспросила женщина. Диана повернулась к отцу. Он ее услышал, и на миг в его зеленых глазах была видна паника. «Креветки! Я добавила в салат креветки!» — повторила она. Женщина хмуро посмотрела в тарелку, ковыряя ее содержимое. Затем ее словно озарило, она испуганно посмотрела на Максима. Растерянность мужчины улетучилась, сменяясь гневом. Ларин побагровел. «Диана, как ты могла? Ты подвергла маму опасности!» прорычал он, кидая вилку на стол. «Хорошо, что сейчас она принимает много лекарств, в том числе от аллергии. Чудо, что они не дали аллергену подействовать на нее». Диана хмыкнула, сощурив глаза и сверля взором отца. «Правда? Так бывает? Я не знала». Диана качнула головой. «Я забыла про креветки, честно». Мужчина стал бормотать что-то под нос. Он вскочил, стал собирать тарелки. Все, ужин испорчен. Ты всегда была безалаберной, Диана. Но чтобы настолько...» Злился Максим, а Диана заметила, что его пальцы мелко дрожат. «Мне не очень хорошо», — включилась Жанна, начиная обмахивать себя салфеткой. Мужчина кинулся к женщине, помог ей встать и, поддерживая, повел прочь из столовой. Он обернулся через плечо, смерил взглядом Диану. «Я отведу маму отдохнуть. Моли Бога, чтобы аллергия не началась». Сейчас для нее это очень опасно, и собирай вещи, тебе пора вернуться в общежитие, а мы с мамой и Сашей хотим уехать. Куда? охнула Диана. Отдохнуть, маме нужен хороший отдых, у тебя же начинается учеба, заявил Максим, удаляясь. Диана заскрежетала зубами. Она поняла, что должна докопаться до сути. Однако в полицию девушка боялась бежать. Она не знала, на что способен ее папа. Зато она помнила, как он мило беседовал с полицейским, который расследовал пожар в их доме. Теперь и он не казался Диане случайным. С чего бы маме пить столько таблеток, чтобы уснуть мертвым сном? И почему отец ушел с Сашей, хотя редко с ним гулял? Нонсенс. На следующее утро едва папа уехал на работу, а Жанна пошла на веранду, чтобы пить кофе, Диана пробралась в их комнату. Она не знала, что ищет, что угодно, любую зацепку. И она нашла. Сначала Диана обнаружила голубые линзы. Очевидно, женщина надевала их, чтобы добиться взгляда, как у мамы. Затем оказалось, что в нижнем ящике женщина прятала документы. Они лежали как личная коллекция, ее трофеи, у нее было много паспортов. Женщины в них на фотографиях различались, однако все были похожи друг на друга. Самым старым оказался паспорт на имя Кристины Белкиной. Именно в серые глаза этой светловолосой женщины и вгляделась Диана, узнавая своего врага в лицо. Настоящее лицо, а не то, что она на себя надела. Сделав снимки документов, Диана все спрятала. Вернувшись в комнату, она сделала то, что делают все современные студенты. Обратилась к помощи всемирной паутины. Вбив в поисковик данные Кристины, Диана громко ахнула. Она даже прикрыла рот рукой и обернулась на закрытую дверь, боясь, что женщина ворвется внутрь. Затем она вернулась к результату поиска. «Так ты... ты преступница! Мошенница!» – прошептала она. Оказалось, что Кристина, хотя неизвестно, было ли это ее имя, была популярная даже за границей. Аферистка и мошенница, она использовала персональную информацию других людей, чтобы получить документы. Иными словами, она крала чужие личности, набирала кредитов, а потом пропадала с радаров. Также ее подозревали в парочке подозрительных трагедий. Люди, чьи личности она крала, порой пропадали. Диане стало дурно, ее бросило в жар. Однако главное все еще оставалось тайной. Она не знала, где ее мама и жива ли она. Взяв себя в руки, Диана, собрав улики, отправилась прямиком в полицейский участок. Она не знала, есть ли у ее отца связи, но была уверена, что при необходимости обратиться в СМИ, раздует скандал, но найдет маму. Пройдя в участок, в котором пахло кофе и чем-то еще похожим на хлорку, Диана огляделась по сторонам. Заметив дежурного, что сидел с трубкой телефона, приложенной к уху, она помаршировала к нему. «Здравствуйте, мне надо с кем-то поговорить». — сказала Диана, невольно нервничая и пасуя. Она заламывала пальцы в волнении. «Не каждый день сдаешь отца полицейским». Дежурный кивнул, договорил с собеседником, затем посмотрел на Диану. «Что такое?» «Я...» — Диана облизнула губы. «Мне нужен следователь, наверное. Моя мама пропала». Мужчина нахмурился, однако ответить не успел. «Дианочка!» — пропили за спиной девушки, заставляя ее вздрогнуть и обернуться. Там стоял полицейский, друг ее отца, тот самый, что расследовал пожар в летнем доме, а потом, помнится, сидел в их гостиной и смотрел с отцом в футбол, попивая бренди. «Здравствуйте, Леонид Львович!» — пробормотала Диана. «Какой я тебе, Леонид Львович!» — посмеялся мужчина, старательно строя из себя добродушного мужика. «Я тебе, дядя Леоня. Мы же с твоим отцом вместе учились в школе. Ты чего пришла, дорогая? Перепутала офис полиции с магазином одежды?» Диана свела брови над переносицей. «Я знаю разницу между торговым центром и полицейским участком. Моя мать пропала». «Твоя мама, насколько я знаю, дома, восстанавливается после операции», — выдавил слова через улыбку мужчина. «Дома не она», — настаивала на своем девушка. Леонид изменился в лице, но лишь на миг. Он быстро вернул себе доброжелательное выражение. Пошли, Диана, отойдем. Мы мешаем работе. Он осторожно отвел ее прочь, бросив дежурному. Я сам разберусь. Диана, понимая, что выхода нет, все объяснила мужчине. А он в ответ расхохотался. Блин, Диана, Макс рассказывал, что ты особенная девочка. Однако сочинить такую историю. У тебя задание в институте, признавайся. «Что?» — свела брови Диана. «Давай я отвезу тебя домой. Тебе не следует наговаривать на отца, тем более тебе не следует отвлекать полицейских от работы. Я ему позвоню, скажу, что ты здесь, он же волнуется наверняка». Диана тяжело задышала. Она присмотрелась внимательнее, пытаясь понять, что в образе Леонида тревожит ее зрение. Раздражает сетчатку глаза. Диана отшатнулась, когда до нее дошло. Мужчина похорошел, нет, в этом не было ничего криминального. Однако поразительно, что лицо его так резко подтянулось, помолодело. С живота ушли излишки жира, которые раньше висели в виде спасательного круга. «Вы чудесно выглядите», — отвесила Диана комплимент. «Случаем не мой отец постарался. Операции у него в клинике дорогие. Откуда у вас на них деньги, а, дядя Лёня? Да и не помню, чтобы вы до пожара так дружили с папой. Мужчина побагровел, огляделся по сторонам, то ли боялся, что люди узнают, что он похудел не из-за спорта и диеты, то ли имел в запасе тайну посолиднее. «Диана, ты перегибаешь палку, ты еще ребенок, так играй в куклы, а не в детектива», — рявкнул он. Он попытался увести девушку прочь. «Вы должны меня выслушать!» Голос Дианы звенел, она почти кричала. Ее зовут Кристина, Кристина Белкина. Хотя имен много, но я думаю, что это настоящее. Однако она была и в США, ее ищут. Она у меня дома. Прекрати кричать, ты позоришь отца, пошли. Леонид все тащил Диану, как на буксире. Она упиралась ногами, он крепче цеплялся в ее локоть, уводя за собой. «Эй, что происходит?» а — окликнул их мужской голос. Диана с надеждой обернулась. Леня выругался сквозь зубы, но обернулся на коллегу. «Герасимов, она дочь моего друга, ничего интересного, семейная драма». Однако мужчина с сединой в волосах, но все еще статный, не пожелал отступать. «Она сказала, что знает, где Кристина Белкина, я верно услышал». Сощурил он серые глаза. «Она фантазирует, поступила на юридический, хочет стать следователем, я знаю ее папу, сам разберусь». «Погоди!» — остановил он сотрудника. «Герасимов, это не твое дело!» — крикнул Леонид, выходя из себя. «Ошибаешься, это как раз мое дело!» — осадил его Седовласый. «Так что отпусти девчонку со мной!» Затем мужчина посмотрел на Диану, кивнул в сторону кабинетов. «Пойдешь?» Диана, покосившись на недовольного и такого красивого дядю Леню, закивала. Вскоре она сидела перед следователем, в руках у нее тряслась чашка растворимого кофе. Диана все рассказала, показала снимки. «Найдите мою маму, пожалуйста», – прошептала девушка, вмиг чувствуя себя маленькой девочкой. «Я сделаю все, что смогу», – пообещал мужчина. Диана даже не догадывалась, как ей повезло в этот день. Повезло, что Герасимов приехал в полицейский участок. Повезло, что он услышал ее и знал имя Белкиной. Повезло, что он был хорошим человеком и следователем, который выполнял свои обещания. Кристину и Максима тем же вечером вывели из дома в наручниках. После обыска в клинике Ларинова нашлась и Жанна. Она была под действием сильных лекарств, но жива. В результате допроса Максим Ларинов во всем сознался. Он встретил Кристину год назад, потеряв голову от любви. Кристина умела обманывать, манипулировать и кружить мужчинам головы. Кристина сразу сказала богатому любовнику, что хочет остепениться. Она хочет семью, но ей нужна новая личность. Максим с легкостью предложил супругу, которая ему надоела и набила оскомину. Жанна, — говорил мужчина, — была скучная и пресная. То ли дело Кристина. Опасная преступница, от которой у него кровь бежала быстрее по венам. Однако просто так избавиться от жены Максим не мог. На кону была его репутация хирурга и семьянина, что было для него очень весомо, да и попасться не хотелось. А Кристина была из тех преступников, что мнили себя неуловимыми и с каждым разом надеялись провернуть аферу крупнее, потешив свой эгоизм. Сначала они надеялись, что женщина погибнет в пожаре и Кристина займет ее место. Максим подлил Жанне в кофе снотворное, а сам ушел из дома с ребенком. Стоит сказать, что Кристина даже была готова рискнуть своим здоровьем. Она должна была получить ожоги, чтобы затем прикинуться пострадавшей Жанной саму женщину они бы закопали где-нибудь под кустами ее любимых роз. Однако Жанна чудом проснулась и спаслась. Кофе был дурным на вкус, и она вылила его в раковину, выпив лишь пару глотков. Тогда у любовников и созрел новый план. В итоге Максим провел Кристине пластическую операцию, сделав ее похожей на свою супругу. Он хотел жить вместе с ней и сыном, отправив старшую дочку, которую давно перестал любить, ведь мечтал о сыне, куда-нибудь подальше. Однако Максим, который должен был избавиться от жены, не смог этого сделать. Кишка оказалась тонка. Он оставил ее в своей клинике. По крайней мере, именно Максим Ларин говорил, что не хотел избавляться от жены. А вот психолог, с которым он побеседовал, был иного мнения он увидел мрачное желание хирурга. Ларин всегда мечтал сделать подобную операцию, нечто восхитительное на его извращенный вкус. Он, преисполненный эгоизма, заигрался в Бога, решил, что может подарить новое лицо, а вместе с ним новую жизнь. Он называл свою жену красивым фантиком, пустой куклой, оберткой, в которую можно завернуть любую душу. Он был уверен, что работа его будет так восхитительна, что никто даже не догадается о подмене. И он даже хотел поделиться своим триумфом с женой, поэтому и приходил к ней и держал ее в сознании. Однако он ошибался. Прав был писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Собака, младший сын и старшая дочь, все они смотрели сердцем, все они разоблачили любовников. В итоге Кристина и Максим оказались за решеткой. Жанна поправилась и вернулась к дочери и сыну. Они продали дом и переехали в другой район, начав жизнь с чистого листа. Жанна, пережив трагедию, предательство и радость от освобождения, наконец решилась на исполнение мечты. Тем более, теперь она была свободна. Теперь ей не надо было быть удобной и отказываться от себя в угоду того, кто этого даже не ценил. Женщина села за ноутбук и начала писать книгу. Книгу о том, что с ней произошло. Книгу о дочери, которая ее спасла. Забегая вперед, можно сказать, что книга станет первым шедевром, который напишет Жанна, но не последним. Диана продолжила учебу с еще большим пылом. Следователь Герасимов в будущем стал ее наставником. После завершения учебы Диана перешла работать к нему в отдел. Саша же просто продолжал быть счастливым ребенком. А что же Джек? Он вернулся и привел за собой счастье для хозяйки. Однажды Диана шла домой и увидела, как ее собаку на поводке ведет молодой парень. Джек! ахнула она. Пес, навострив уши, замер, затем закрутился вокруг себя и бросился к Диане. Парень не смог удержать поводок. Джек, мой мальчик, мой славный! ⁇ плакала Диана, а пес слизывал ее слезы. Парень подбежал к ним. ⁇ Простите, ваша собака, я нашел ее в лесу год назад, расклеил объявление, но хозяин не объявился ⁇,⁇ сказал он. Диана подняла взгляд и пропала. В один миг, заглянув в голубые глаза брюнета, она, дерзкая и бесстрашная, совсем не хозяйственная, решила, что готовить борщи не так уж и трудно. Гладить она даже научится, да и ребенка не против завести, а то и двух. «Меня зовут Артем», — улыбнулся парень, заметив ее растерянный взгляд. «Дина», — представилась девушка, — «это моя собака». «Ну, она уже год у меня живет. Получается, что она наша», Пошутил Артем. Диана кое-как улыбнулась в ответ, чувствуя, что заливается краской. Так началась ее история любви. Артем оказался молодым поваром, что Диане было на руку. Он мечтал открыть свой ресторанчик, и Диана его поддерживала. Даже когда Тема уехал во Францию, чтобы обучиться мастерству кулинарии у парижского шеф-повара, Диана терпеливо ждала его, прекрасно зная, что Артем даже не посмотрит на француженок. Ведь она ему доверяла. Тёма же полюбил Диану не за внешность, а за то, что она любила детективы и ужастики. У нее всегда мерзли ноги, она смеялась, как чайка, обожала животных и головоломки. Умудрялась пожарить курицу так, что та получала ожоги четвертой степени, несовместимые с ужином. Любила спорить, была легкой на подъем и безбашенной. Он полюбил ее такой, какая она есть, как Диана и мечтала.